Слава и хвала Привечному. Здравствуйте, братья и сестры. Братья и сестры, вот мы снова в Запорожье, где вот 7 июня этого года по 15 июня проводилась сессия Поместного собора Готской Поместной Церкви Иисуса Христа. Ну, вы знаете, что после этого, когда мы вернулись в Крым, то есть у нас возникла другая идея, то есть объединение на базе вот тех сессий, которые прошли в Днепропетровске, в Торезе, в Харькове и здесь, в Запорожье. Уже в Симферополе, значит, была идея, и вот на Троицу мы хотели с епископом Константином Кириархисом как-то вот модернизировать, что ли, Готскую Поместную Церковь Иисуса Христа. Но у Господа свои как бы планы, то есть спустя месяц владыка Алексей ушел в самостоятельное плавание. И вот сейчас снова в Торезе 21 октября сего года начался как бы эта сессия собора. И вы знаете, сегодня, 23 числа, на острове Хортица как бы состоялась торжественная хиротония в диаконы вот брат нашего Николая. То есть здесь сейчас есть пресвитер, здесь сейчас есть диакон, но если в начале лета этого года мы думали, что это будет единая община Готской Поместной Церкви Иисуса Христа в Запорожье, то сейчас видим, что это как бы две. То есть собрание Запорожье – это одна община, и вторая община – это казачья община Хортица. То есть вот как раз рукоположный диакон Николай, он как раз и кандидат в пресвитеры, ну, в будущем, вот этой самой казаческой общины Хортица. То есть впереди у нас Донецк, впереди у нас Торез, впереди у нас Харьков, Луганск, Полтава и Киев, братья и сестры. То есть, как вы знаете, у нас сейчас осталось два епископа, архиепископ Дори и Всеоготия, то есть я, Давид, и епископ Фульский и Готский Омон. И есть пресвитеры. И вот мы сейчас хотим действующих пресвитеров, те, которые действительно что-то делают в Готской Поместной Церкви Иисуса Христа, вести вот Совет Церкви и начать просто работу. Работу во славу Божию, то есть как Христос нас благословляет, как Дух Святой нам говорит делать. То есть не просто кто-то нам сказал дядя, а именно Дух Святой внутри каждого из нас. Братья и сестры, очень жду на диалог. Сейчас я буду и в интернете, и на телефоне. То есть с 26 числа буду в Донецке, потом Луганск, Харьков. То есть пишите, звоните, то есть мы проведем этой сессии и выработаем вот единый наш устав Готской Поместной Церкви Иисуса Христа, что на самом деле поможет нам, сделает проще эту работу. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим всегда, ныне и вечно, и во веки веков. Аминь.